Луковица тюльпана лилии цветного трёшек, сорт, выведенный голландскими селекционерами, популярный среди отечественных цветоводов и ландшафтных дизайнеров. Его высокие белоснежные бутоны, которые украшают сильно заостренные кончики, по форме сравнивают с лилиями. Тюльпан трёшек зацветает достаточно рано и составит отличную компанию как весенним цветам контрастных оттенков в миксбордере, так и при одиночной посадке нескольких луковиц на зеленом газоне. Неприхотлив и дает осенью много луковичек деток. Тюльпан лилии цветный трёшек – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан лилии цветный трёшек можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан лилии цветный трёшек в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан лилии цветный трёшек – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.